Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Сальвадор Дали, архитектонический Анджелус Милли, 1933 год, холст масла, 73/61. Дали писал: «Гений – это умение видеть в одном предмете другой. Пальмы, на которые восхищенно заглядывался Гауди, в детстве стали прообразом вздымающихся кверху башен его знаменитого собора. Репродукция Анджелуса Милли, которая висела у нас в школе, куда я ходил в раннем детстве, подтолкнула меня к трагическому видению мира, трансформирующемуся впоследствии в параноидально-критический метод». И действительно, репродукция картины 1857 года французского художника с изображением крестьянской супружеской пары, прекратившей труды при звуках колокольного призыва к молитве, потрясла подростка Сальвадора, как оказалось, на всю жизнь. В 1933 году художник создал эссе о своем толковании сюжета. Рукопись затерялась, но была найдена в 1963 году и опубликована под наименованием «Трагический миф об Анджелусе Милли». Параноидально-критическое толкование. В нем утверждалась определяющая важность Эдипова комплекса, становление личности, и предполагалось, что всем знакомая супружеская пара на полотне на самом деле мать и сын, вожделеющие ее. После написания архитектонического Анджелуса Милли эта тема не раз возникала в творчестве Дали. Ну, такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Сальвадора Дали, архитектонический Анджелус Милли, 1933 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.